2,5 минуты не может винда загрузиться. Серьезно, серьезно. Ну да. Давно не загружалась винда. Нет. Знаешь, просто говнявый. Три минуты. Но программы еще не загрузились. Ну, в смысле, Wi-Fi и все остальное. Дайте ему время, нажмите кнопку пуск. Запустится. Там, кстати, в официальном этом написано, что... Не-не-не, пуск не работает. Работы, надо нажимать кнопку пуск. Не работает пуск. Даже пуск не работает. Но не все так сразу. 3,5 минуты. В общем, как-то так. Он еще до сих пор грузится. Попробуем поменять жесткий, что из этого выйдет на SSD. Вот. Звук загрузился. Так. Пошла зарядка. Питание. Ну, родной, Wi-Fi-ку покажи мне. О, все. Подкинулась Wi-Fi. Ну и попробуем открыть быстрым запуском Chrome. Вот такие динамики выскочили. Меню пуск. Так, пуск выскочил. Chrome не загружается. Не, пытается. 5 минут. Кошмар. Пять минут, но Chrome еще нет. Шесть минут ровно. Постоянно. Будем ставить новый диск 490 с гарантией совсем. Ну, для начала выкручиваем. Ну, благо, весь разбирать не придется.
И винты слезать можно. Так. Установочную рамку. Так. Значит, он у нас был вот так. Еще одно преимущество в том, что нотик станет легче. Он уже делался, переделывался. Петли вообще тут никудышние. Такс. Почему я сразу закручиваю? Потому что я в нем настолько уверен. В этом диске. Он ведь новый. Вот и все. Теперь останется винду накатить. И все. А этот пока временно спрячем. Пусть на покое полежит. Насколько он здесь у нас? 320 рублей можно сдать. 1 рубль гиг. Пусть он у меня поваляется. Итак, полное завершение работы. Включаем. После переустановки винды, ну и соответственно хрома. Поехали. То есть фактически у нас получается 10 секунд. Загружать будем до хрома. 20-30 секунд. Сорок. 50 секунд. Прозевал немножко. загрузка хрома. Ровно минута. Вместо 6 минут у нас ровно минута. Да, получше. Что можно сказать?
что у нас тут получается. В общем, как-то так. Теперь самое интересное. Так. Мы сейчас это дело поставим. Так. Диспетчер задач. И здесь как бы самое интересное — процессы, производительность. Вот загрузка центрального процессора у нас 99%, никуда не делась. Вот, но тем не менее память у нас упала. Сейчас у нас диск 2, память 2 гига, 7.6 свободно. Ну и Wi-Fi калашматит как бы. Вот такие вот прыжки. Загружаться стало быстрее. Попробовать видео на YouTube. Как бы 1080 с большим напрягом тянуло. Ну, возьмем любое. Загрузка центрального процессора — это вторая головная боль. То есть если у вас, как и у меня, идет в районе 99% загрузки процессора, это, конечно, плоховато. Быстродействия как такового сильно не будет заметно. Так. Ну, то есть, да, вот все, что идет, то идет. Тяжело ему с этим, конечно, бороться. Но, тем не менее, все процессы внутри он должен делать быстрее. То есть, соответственно, перекодировать какой-то видеоролик он сможет немножко быстрее. Ну и скорость записи на диск должна увеличиться, по идее. Залезем в настройки. Во всех женщинах есть загадка, могут ее сформулировать лишь. Так, и у нас здесь в настройках 144. Вот делаем 1080. А ты в интернете посмотри ролик. Голая баба. Кальяна ворует елку. Ну, подвисание, конечно, есть. От этого никуда не деться. Все. 480 должно быть получше. Но все равно легче уже управлять. Немного. Мышь хотя бы работает. Не надо долго ждать, пока там
что-то свернется, закроется. Вот. Так. Есть смысл все-таки в том, чтобы немного его оживить. SSD вытаскивает. Вот. Так что думайте сами, решайте сами, ставить вам или нет.